Приветствую вас, дорогие подписчики, зрители канала Иерофант. С вами Марго Скоробей, астролог, астропсихолог, мастер Таро. Благодарю вас за проявленный интерес к нашему каналу, особенно за ваши лайки и комментарии, которые помогают продвигать канал, и информация становится доступной для большего количества людей. И сегодня мы с вами поговорим о красивейшей и мудрой из планет Юпитер. Юпитер называют синей птицей большого счастья. Эта планета занимает важное место в линейке кармических планет. Юпитер отвечает за такие темы, как рождение детей, отношения между полами, заключение браков, за карьеру, за значимость вашей персоны в социуме, за ваши увлечения и интересы, за ваш достаток, за ваше счастье, за ваше благородство, за реализацию ваших кармических задач. Чтобы отследить те или иные ситуации, происходящие как в мире, так и отдельно взятой судьбе человека, связанные с этой планетой, необходимо понять его вибрации и природу. И сегодня у нас 4 сентября 2023 года. И эта великолепная планета, планета-волшебник, сделала остановку перед началом своего ретроградного движения, которое продлится вплоть до 31 декабря нынешнего года. Но об этом чуть позже. И для того, чтобы узнать, какой Юпитер в вашем гороскопе или вашей формуле души, вы прямо сейчас можете построить свою формулу души и посмотреть, в каком знаке он находится, стоит ли он в центре формулы души или на одной из орбит, является ли он директным или ретроградным. В описании под данным видео вы найдете ссылочку на онлайн-программу. Вам нужно только внести свои данные, дату вашего рождения, место рождения и время рождения, если вы знаете. Если не знаете, то просто поставьте время на 12:00. И обязательно напишите в комментариях, получилось ли у вас это сделать и где находится у вас Юпитер. Если вы не знаете, но очень хотите это узнать, вы всегда можете мне написать. Под данным видео есть все ссылочки, как со мной можно связаться и получить консультацию. Энергии Юпитера можно рассматривать в контексте талантов человека. Чем больше у человека талантов, увлечений, хобби, тем больше он реализован, и тем больше Юпитер одаривает человека своими дарами. Ваш нынешний Юпитер покажет, насколько хорошо вы поработали в прошлых воплощениях, и что вы имеете теперь? Какие бонусы? Давайте в этой связи вспомним притчу о талантах. Было у отца три сына. Отец дал каждому из трех сыновей по одному таланту золота. Первый сын этот талант прокутил. Второй сын пустил талант в оборот и приумножил, сделав из него два таланта. А третий сын зарыл талант в землю, свой талант. И когда сыновья пришли к отцу и рассказали о своих достижениях или промахах, отец похвалил второго сына, приумножившего талант. Терпимо отнесся к первому, который прокутил свой талант, но он очень сильно отругал третьего сына, который зарыл свой талант в землю. Каков же смысл этой притчи? А смысл в том, что многие люди в прямом смысле зарывают свой талант или свои таланты. Это значит, что они просто прожигают жизнь, и воплощение нынешнее проходит впустую для большинства из них. Если они не вышли на свой путь, на свое предназначение, не развили свои таланты, данные Творцом, не раскрыли новые качества и не смогли исправить свою судьбу нынешнего воплощения. Но Юпитер в этом смысле помогает исправить судьбу человека. А для этого вы должны познакомиться со своим Юпитером
и регулярно проводить психоэнергетическую настройку на изображение Юпитера. Найдите несколько приглянувшихся вам в интернете фотографий с изображением планеты. Распечатайте их, повесьте на стену или поставьте на стол, заключив фото в рамочку. Это своего рода магия, и лучше такие настройки проводить в час Юпитера. Перед медитацией обязательно успокойте свой ум, Меркурий, и притормозите свой Марс. Желание быстро что-то делать или сделать. Юпитер – это планета разума, интуиции, влияющая на человека в плане развития экстрасенсорных способностей. Юпитер – это еще великий благодаритель. Обратите внимание на астрологический символ Юпитера. Это полукруг, обозначающий душу и крест материи. Когда душа и материя гармонично объединяются, каждая способна удовлетворить другую. А сейчас, друзья, мы вернемся с вами к ретроградной фазе Юпитера. Итак, ретроградный Юпитер – это духовный учитель. И фаза ретроградности Юпитера – это самый лучший период этого года, чтобы погрузиться в себя и целенаправленно заняться своим духовным развитием. Потому что в этот период успехи в социуме не будут приносить должного удовлетворения. Ретро-Юпитер так или иначе заставит многих обратиться внутрь себя, начать искать вопросы, ответы на вопросы «Кто я? Откуда я? Зачем я здесь? И куда я иду? Откуда пришел? И куда я иду?» Юпитер – это учитель, а в своей ретроградной фазе он склоняет к изучению философских, религиозных дисциплин, иностранных языков, возвращает к забытым вами масштабным проектам. Возможно, всплывут ваши зарубежные партнеры и появится новая струя в личной или деловой сфере. Друзья, используйте это время с максимальной пользой для себя, для расширения своего сознания, своего кругозора, а также поездок на дальние расстояния. Помните, что Юпитер – это всегда иностранцы, это всегда зарубежные страны. Надеюсь, друзья, что эта информация была вам полезной. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А в следующем видео мы с вами поговорим о ретроградном Юпитере и карме прошлых воплощений. Желаю всем гармонии, мира, добра и любви.